Всем привет, ребята! Мы на канале Люда Принцесса. И сегодня мы будем заканчивать наш софтфильм. И вот мы хотим закончить. Сейчас что мы будем первое сделать? Поставим домик. Нет. Нам надо порезать траву. Траву только очень аккуратно ножницами, да? Будем ставить домик. Тогда еще вот упала. Домик мы клеили предыдущий раз. Да. И вот так надо. Еще все видят. Да. Потому что этот домик красивый. Хорошо, дальше что? Дальше мы будем делать тропинку, наверное. Нет, я думала, это цветочек. Такой цветочек. Делать цветочек. Где мы его поставим? Я придумаю, какое место. Просто чтобы тебе была подсказка, мы возьмем, поставим сюда коробку. Вот. Можно делать как на коробке, а можно делать как ты хочешь. Да. Я хочу, как давай я мы хочу. Сюда поставим. Да. Мы будем делай, делать... как ты хочешь, да? Да. Или будем вот сидеть около. Да. Убирай, то я буду ракушку. Ракушку. Может быть, вначале сделаем веревочки для белья. Но веревочки давай я тебе помогу. Прищепки оставь себе, а палочки с веревочкой дай мне, я сейчас подготовлю. А ты можешь пока поставить ракушку и в ракушку налить воду. Куда я хочу? Ну да. Вот сюда. Ну что там у тебя еще есть? У тебя там есть барашек, еще грибочек. Сейчас пока я здесь очень поработаю. Вот так. Теперь я буду макать одеяло. Потому что оно грязное. И вот как надо макать одеяло. Видишь, там их сушить. Так. Посмотри, кончик. И вот еще. Она мокрая. Правильно, сушилку для белья. Теперь нужно вот. Ой, она упала, это не шат. Этот гриб ниндзя здесь, потому что он, как он ядовитый. Ядовитый он. Он называется мухомор. Да. И на мухи все едят. Его даже, наверное, и мухи не едят. Ну, ставь, куда ты его будешь ставить. Вот сюда. Хорошо. Кто у тебя там еще остался? Барашек. Да, мы так немножко повернем, чтобы было лучше а видно. Барашек у нас будет вот здесь. Нет, вот здесь. Хорошо. У меня будет зычь. Чей это будет домик? Кто это будет у тебя жить? Фея. Эту фею зовут Незабудка. Незабудка? Да, она зимняя, правда, фея. Да, и она зайдет, и там очень холодно. Холодно, но она прилетает. И на подручке дзин-дзин. Дзин-дзин, да. Ну, ставь их, всех ставь. Это будет только. Угу. Ой, Нина, не ставь только. Это будет вот здесь дзин-дзин. А вот это? Это Зарина? Зарина, да, это Зарина. Она хранительница пыльцы, да? Да, и она тоже дзин-дзин.
Ага, да, потому что день мастерица. Хорошо, дальше. Ставим. Будем вот здесь. Ой, упал, летает. Угу. Подвинь немножко так, вот чтобы тебе удобнее. Розетта. Розетта, да. Розетта будет фея цветов. Да. И вот она будет около цветов. Потому что она очень любит цветы. Да. Дальше. Кто там у тебя еще есть? Фея воды. Фея воды, серебрянка. Да, серебрянка. Она какая красивая. Угу. И она будет вот здесь. Да, если я хочу какую-какую. Ну, кто там у тебя осталась? Фауна. Это будет Видия. Видия. И она будет вот здесь. Она фея быстрого полета. Вот так. Да, она очень быстро летает. А вот это? Фауна. Фауна. Да, это фея природы. Фея... природы. Да, глубоко там. И это Иридесса. Иридесса будет у нас... Она фея чего? Фея радуги. Цветов. И она будет цветов. Вот здесь. Ну вот. И вот какой у нас получился сад. Угу. Ой, какой красивый получился сад. Да. Фея красивая. Да. У них, наверное, будет праздник, да? Да. Ну, молодец. Да. Что мы будем делать еще в следующий раз? В следующий раз мы будем делать дом для птичек. Домики для птичек. Покажи ближе. Вот какая погодка. Да, и мы их поставим около домика с феями. Да, и это будет балкон. На балконе, и да. И балкон у нас вот там. Хорошо. И вот у меня здесь. Конечно. Речка. Да. Да. Всем пока. Не подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. И ставьте лайки. И ставьте лайки.